как это сложно там. Йо, всем привет, с вами Енот, с вами этот, скажите мне, Некролизион. И мы отступаем, стреляя по этой какая непонятной недоскорпиону. Вот так! Давай, давай, давай. А. Стой, 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 стой. Нужно огонь против огня. Посмотрим, кто кого. Ты не ведаешь, что творишь. Я вообще не ведаю, что творю. Куда не летает? Поднимая хвост, он бьет больно, надо отступать, а? А, это он же их выпускает. Давай, 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 давай. Ну, черт, не ломаешься. Вот теперь ты меня разозлил. Я слишком силен для тебя. Я велик. Я могущественен. Может и так. Только с каждой секундой ты становишься все меньше. Это да. Я не хотел такой в ней кидать. Ай-яй-яй-яй. Просто помри, 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 помри. Пошел лечиться, да? Куда, 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 куда бить? Куда, куда? Предупреждаю тебя, я страшен в гневе. Так, что еще у нас есть? Давай, неси его, неси, 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 неси. Ему чуть-чуть осталось. Давай! Умри! Фу! Нет! Этого не может быть! Мой план был идеален! Я сам идеален! Я не могу проиграть жалкому человечешке! Уничтожь ты танк, Скорпион! В смысле не можешь? Ты проиграл! Фух. Так. Сейчас какого было? Ты где? Где? Как от тебя уходить? Ты не можешь сказать? Я даже увернуться-то не могу. Где ты? Идеальная скотина. Где, 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 где? Сам умный, да? Никогда не доверяй человеку с крепкими убеждениями. Ага. Конечно, хорошо, что дальше-то делать? Беги. Просто беги, просто бегай. Вот она. Есть, ты где?
не вижу его. А, вот он передач. Умри! Можешь тварь, да? Просто будь душкой и умри красиво. Беги, 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 беги. Должна быть еще аптечка где-нибудь. Вот она, есть. Ха! Просто получи! Нате, на! Вот и конец! Фух! Я вообще нифига не понял, какого черта он летает. Ой, перчатки. Вы нашли темная рука. И что он может сделать, эта рука, я даже не знаю. Написано, что он какой-то огонь может пулять, а как, пока непонятно. Может, ку, типа, или гранаты. Да-да-да-да, тут сейчас будет бесполезный рассказ, вот да, что вот мы его убили. 10 декабря 1916 года. Милые люди оберегали меня здесь, кормили и поили 4 дня. Они спрятали меня в подвале. История ни о чем, они, блин, убивают. Но вчера начали стрелять снайперы и убили бедных хозяев дома. Кое-кто из нас построил укрытие на холме, хорошо спрятав вход от тех, кто бежал раньше. Но холм мы потеряли. Он достался силам эксперимента. Теперь здесь только я и пара друзей. Они называют нас дезертирами. Только мы не трусы. Мы просто против того, что они делают. Власти нас ищут. Сначала они сажали пойманных за решетку, но теперь просто убивают. Я боюсь даже дышать. Кругом снайперы. Всеми нами повелевает судьба. И лишь от нее теперь зависит, найдут нас их пули или нет. Ночью еще хуже. Появляется. Ништяк. Ничего не понял, ну да ладно. Конечная станция? Пока что нет. Твой путь лежит гораздо дальше. А пока что мой новый хозяин. Покажи мне, на что ты способен. Для древнего куска мусора ты на редкость разговорчив. Я могу даровать тебе силы за гранью твоего воображения. Не стоит недооценивать общество тьмы. Лучше объясни, как мне отсюда выбраться. Сначала исполни свой долг. Ты отправишься в миры, в которых не бывал ни один смертный. Ну классно. На слово. Ну так куда мне отправиться, что ли? В гетто какой-нибудь? Да, юмор классный, правда. Нет? Ну и ладно. Вообще не очевидная кнопка. О, спасибо. То есть здесь ездят поезда, а я сделал рельс. Так что посмотрим, достоин ли ты этого. Видишь ту дверь? Ну? Вижу. Пробей путь сквозь нее, если сможешь. Дверь слишком тяжелая. Мне ее в жизни не пробить. Используй перчатку, Саймон. Используй силу темной руки. Ну и как я это сделаю? Руки. Как работает эта штука? Магия? Если угодно, называй это магией. Сначала тебе нужно набраться сил. И где мне их взять? У вас тут есть магазин, где можно затариться магией? Да. Сила, что управляет темной рукой, скрыта в тебе. Это твоя ярость. Ярость? Понимаю. Именно. Встреть своих врагов без страха в сердце. И великая сила будет твоей наградой.
Понял. Пойдем-ка надерем кому-нибудь задницу. Или что попадется. Так, вообще нужно убивать кого-то. О, привет. На. Че еще? Есть кто? Алло. Был один заключенный зомби. Надо найти еще заключенного. Привет! Как жизнь? Превосходно, хозяин! С каждой душой, что отправляешься в ад, ты приближаешься на шаг своей истинной сущности. Убив достаточно, ты сможешь скинуть вуаль некрозрения. Некро что? Ты о чем? Увидишь в свое время. Ого! Ты гораздо сильнее, чем твой предшественник. Я чувствую, как в тебе разгорается ярость. Снова ты? На этот раз ты привел с собой дружков, значит? Ну и ладно. Вы кто? Все равно тебя не спасут. Это что было? Вы где? Крепкие ублюдки, а? Да. А где они крепкие? Так, мясо. Что тут у нас? Эх. Да, вот это показатель, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это место меня пугает. Кругом одни уроды. Куда ты не говори. Даже не знаю, кто ты. Чёрт! Стой, стой, я тебя тоже убью. О, иди там красавчик этот, на тебе. Хоть бы хны ему. Что происходит? Он поджег чем-то? Что за кровь? Ну-ка, если сюда кинуть? Не знаю. Надо двигаться. Не хочу закончить жизнь, как они. А чё, они разве плохо закончили? Получи! Ну ладно. Какой-то туда лучше не ходить. Пистолет с костью. В смысле лучше не ходить? Еще хочешь тупоголовку? Я из тебя отбивную сделаю. Че, не ожидал, что я могу быть сильнее тебя, да? Могу вообще выиграть, нет? Ладно, убить мы его не можем. В чем проблема? Кто-то выяснил. Вы мне не рады? Давай, 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 давай. Как тебя убить? 11 ноября 1916 года. Я не знаю, откуда они берутся, но они прекрасны. Эти минералы и все начали на этих странных поездах. Я думаю, это все-таки минералы. Но они не похожи ни на что из того, что мне довелось видеть. Сколько времени эти бедные немцы пробудут мертвыми? Теперь в этом месте правят демоны. На каждом шагу ты столкнешься с их сопротивлением. Ты полагаешь? Давай, нафиг! Вот тебя, урод! Где ты? Неприятно. Фак. То есть пока я их теперь не положу, всех этих летающих тварей.
И пошел вон. Черт. Ну я нажал на течь дальше. Так, вставай. И что дальше? Давай, 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 давай. Ты можешь не отстать? А? Кажется, я застрял, да? Отлично. Ну блин! Тьфу. Вообще странно, что есть такие ходы. Пошел вон. Пошел вон, говорю. Вот другое дело. Процессор непонятно куда идти, куда-то вниз говорит. А мы побежим вверх. Забираю. Огнебьет вампиров. Еще огнемет есть, офигеть. Так, туда мне не пройти, да? Ну ладно. Этих кексов мы убили. Карта здесь вообще нелогичная. В плане, что если это была бы раньше игра, да, было бы легко в нее разобраться и выиграть. Но на данном уровне это капец. Так, ладно, допустим, не сюда. Амре! Чего вас так много-то? От меня не спрячешься. Уважай мое мастерство. Кто вы вообще все? Да нет. Нате, нате. Что-то не понимаю. Кто? Ползающий какой-то. Окей, я не знаю. О, привет. Прощай. Он говорит, куда-то сюда надо. О, рычаг. Теперь, говорит, бежать в другую сторону. А вообще я не понимаю, что происходит уже. Ну ладно. Походу, оружие отпало от необходимости. Тишина. Главное сейчас. Если ты разбудишь этих существ, они будут бить. Будешь этих существ, они... Это что за хреновина такая? Ты бы заткнулся уже, а? Да. Он даже не договорил, а я даже не узнал. Слышь. Хм. Какие-то недовампиры или перевампиры, я не знаю. Так, значит, я теперь буду спускаться в ад. Классно. Классно, 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 классно. В аду вот мне... Вот спасибо за помощь. Я ведь пытался предупредить тебя, хозяин. Помри.
Это жестко. Давай, давай. То есть здесь бегать нельзя? Да вы издеваетесь. Что это? Не знаю. Очень. На-на. Ты мне тоже умрешь, понял? И ты умрешь. Все вы умрете. Пытался меня предупредить. Да ничего ты не пытался. Что это валяется? Не знаю даже. Здесь бы фонарик какой включить, что ли? Так, ну гранат у меня теперь нету, и это обидно довольно. Туда? О, робот. А это куда? Вот это выход. Там уже пасутся. Привет. Дата неизвестна. Эти твари здесь убивают без разбора. Но? Существа из колючей проволоки не просто стаскивают людей. Альбрехт говорит, здесь иногда появляются демоны. Нужно быстрее работать. Ходячий танк уже готов. Нужно его использовать. Так, рука заряжена. Нужно еще убить кого-то, чтобы проверить, докуда на максимум может зародиться. О, да! Как же я рад снова видеть тебя! Это убогое творение, грубый предмет. Я намного превосхожу его. Зависть — порок. Так мне мама всегда говорила. Да. Пошел вон. Немцы меня не остановили. Не остановит и это. Кто такой? У нас тут утечка газа? Сволочи. Неужели так трудно выйти и сразиться в честном бою? Да. Получи. Ха. Убит. Пошли вон все. Блин, посветлее бы сделать, и проблем бы не было. Все, пошли от меня. Полагаю, дальше снова придется топать пешком. Машина — лишь инструмент. Никакая сила во вселенной не спасет. Тише, дружище. Стены, они живые. Будь внимательнее. Я видел, как толпа этих тварей дралась друг с другом. Никогда не видел ничего ужаснее. А кто с кем дрался? Там еще живые. Мы все уже мертвы, парень. Они нас сюда притащили в клетках, как животных. А всех остальных превратили во что-то еще. Ясно. Держись. Попробую разбить замок и вытащить тебя отсюда. Может быть, вместе мы сможем выбраться? В любой момент, приятель. Торопись. Они вот-вот вернутся. А мне точно тебя вытаскивать-то надо? Освободите пленного, вот черт. Нужен крестообразный ключ. Так, этот у меня сломался. Слышь? Пошли искать, чем взламывать. Правда, нифига не понятно.
каким макаром мне его вскрыть-то? Алло. То есть, чем больше накопил, тем больше я могу использовать, да? Вот мне говорит, открою, выпусти его. Я говорю, как? Секунду. Сейчас. Где-то надо найти ключ. Где-то. Я не мог сказать, что он рядом. Спасибо, брат. Спас мою душку. Да не брат ты мне. Это что еще такое? Они с тобой что-то сделали? Я это, между прочим, у вашего чувака отжал. Мать моя, зависает. Походу, этот заканчивается обработка. Вперед! Сразу за тобой! Быстрее себя послал! Я не думал, что старая игра может виснуть. Йоу! Еще один человек расстался с жизнью. И все ради чего? Для того, что я его... чтобы этот бедолага восстал из... Секунду. Как все странно. Умри! Почему он так висит? Господи. Еще интернет гонит. Постой, хозяин, есть другой способ. Что? Ты становишься истинным некромантом. Сила в тебе растет. А теперь поясни. Ты можешь вернуть его к жизни, сделать своим слугой. Сделать его бездушным созданием, подобно прочим уродам? Ни за что! Выбор твой. Однако душа его уже покинула оболочку. Если ты не используешь его, это сделают они. Сейчас, секунду. По идее, единственное, что мы можем сделать, чтобы все нормально было, но ведь вот эта решетка тебя не смущала, это я могу просто написать какую-то логику, что если конечной даты нет, то есть, что он работает и по сей день, то, чтобы он ставил там какой-нибудь, не знаю, 4000 год. Но, блин, это маразм будет. Просто... Там просто нет конечной даты, то есть он работает вот сегодня и до конца. То есть он находится в штате, вот. Поэтому он так и определяет. И все. Выдумывайте какие-то проблемы. Что я натворил? Прости меня, господи. Чё? Ребенок может ударить меня. Что, страшно? Что-то там было про Е написано. Ты тюрьмой. Че не так? Фак. Не получается. Что-то я не петрил, что с некромантией делать.
Ну-ка, может, здесь есть управление. Бой. Или F. Удар ногой нет. Не знаю. Па-п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 а. Нет, не то. Надо вот почитать, что там пишут. Куда это он так спешит? Может быть, надо его вежливо-вежливо спросить? Просто умри, а? Ого. Просто умри. Это твой конец. Ничего не врубаюсь. Вообще, вот потерял связь с реальностью. Ты умрешь, собака. То есть, какие-то штыри. Какие-то штыри, и что с ними делать, непонятно. Кто построил эти штуки? Конечно, мне это не сильно интересно. Все равно им скоро конец. Как это по-человечески? Уничтожать все, что нельзя подчинить себе. Я в Европу приехал, чтобы принять участие в войне. И победить. Изменился только враг, с которым я сражаюсь. Как же темно-то! Знаете... И чё, это просто, что ли? Просто какая-то плюющаяся фигня? Не понимаю. Снова вы, да? Ну ладно, собирайте всех друзей и идите сюда. Я с вами разберусь. То есть это какое-то оружие. Моя сила в твоем распоряжении, хозяин. Используй меня, и мы вместе сокрушим их. Что дальше? Странные штуки. Не знаю, почему-то пусть пейнкиллер, не пейнкиллер, напоминает, не напоминает. Ну что-то в ней не то. Видно, она уже утратила свой былой шарм. Запомни мое имя. Хочешь разозлить? Не хочешь? Ну и ладно. Какая-то изолента валяется. Чё это вообще? Хватит тратить ее. Тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Я даже не знаю, что это за ракеты, не ракеты. Вон еще бегает один. Иди ко мне.
вместо оружия, что ли? Но оно довольно необычное. Что с ним делать, я пока так и не понял. Вижу рычаг. Вижу рычаг, а дальше ничего, блин, не вижу, господи. Так, интерфейс. Прозрачный. Но почему старые игры не могут добавить цвета? И света тоже. Всем хватило. Тихо. Ты можешь не садиться? Ты не оставляешь мне выбора. Они не должны взрываться. Потому что даже оружие почти не пользуется, кроме призраков. Машинка. Еще одна машина. На этот раз я постараюсь. В ней мне поспокойнее. Будь осторожнее, хозяин. Место осталось. Тем, кто умер сразу, повезло. Неудачники же превратились в мутантов и чудовищ. Ты не сможешь их спасти. То есть сюда я бежать не мог, да? Да блин, я просто хочу иногда послушать, иногда он несет всякую ересь. То есть мне где-то надо их убить и найти, как открыть мост. А, чтоб пройти по мосту, классно, да? Я просто думал, вдруг робот может ходить по этому. Да. Ах, тяжела моя жизнь. Я даже не знаю, вот стоит ее проходить, не стоит. Она вроде как прикольная, вроде она и никакая. Так, секунду. Да без разницы на вас вообще. Пошли вон. Вот ублюдок. Еще одна машина. На этот раз я постараюсь. Да. Ты-то кто? Ты что за представитель Half-Life'а? Это сейчас что было? Ну какая-то добивалка была прикольная, ну ладно. Хоп-хоп. Будь осторожнее, хозяин. Место осенний. Тем, кто умер сразу, повезло. Неудачники же превратились в мутантов и чудовищ. Ты не сможешь их спасти. Тоже будь добр, помри, а. Вообще, в старых играх увидеть разрушение, это было мега эпик. Какой-то в новых играх не везде, если можно посмотреть на разрушение. И вообще поучаствовать в нем, чтобы оно было не синематиковое, а именно то, как ты хочешь. Еби. Понаехали. Ну что, хорошая вещь. Пошел вон просто. Почему не умирает? Вроде их ракеты фигачит, их нет.
Но фигня мощная. Как бы они не говорили, что это отстой. Типа железка, бла-бла-бла. Ага, они не хотят, чтобы я дальше шел на железке, да? К черту эту технику! Бесполезный кусок металлолома! Да ладно, он хорошо поработал. Чё там? Какие-то черепочки, не знаю для чего, они даже вообще не представляют. И вот это что такое, не представляю. А, это кассетные для этого. Вот для него. Чё это? Арена? Рви пополам! Похоже, мне по-прежнему адски не везет. Лежи с ним, моя сила в твоем распоряжении, хозяин. Да знаю. Используй меня, и мы вместе сокрушим. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как проседает из автомата. В чем твоя сила? Какие-то дротики? Все, все довольны. Какой-то слишком тяжелый, так скажем. Так, еще 5 минут и заканчиваем. Ну вот этот вид мне нравится, он выглядит приветливым. Как вам нравится справедливость по-американски? Воин сражается своими руками, а не языком. Да ты у нас просто миляга, а? Сосредоточься, хозяин, враг не станет ждать. Я как бы тоже не жду особо. Я вас вообще испикал всех, вам хоть бы хны. Это ж рук-то не осталось. Чё это собирает? Аптечки, не аптечки. В общем, этих змей надо бить только вблизи. Чё за красный дым, я не знаю. Куда идти дальше, я тоже не знаю. Что вообще происходит, я не понимаю. Какая-то рука, она со мной разговаривает, какая-то сила. То есть центрально тупо всегда бьет. Пошел вон, я не знаю, откуда ты вылез. Но ты мне здесь был вообще не нужен. Что это? О, привет. Не, ну для ближника она довольно очень хорошо бьет. Почему, интересно, они считают это хоррором? Патрон, дофига. Оружие довольно имбовое у тебя. Ну я, правда, в Painkiller не играл, возможно, там бы я понял, почему оно так считается хоррором. Блин. Давайте я двигаю вот до сюда. Вот этой чудесной статуи. И на ней сделаю сейв у себя. А черт. Вот. Пошел вон.
Ты можешь вечно нападать на меня. Хотел возле статуи, но сделал чуть сзади. Черт. А пока, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.